Пришли бедность и богатство к одному человеку и спрашивают, кто из нас красивее? Испугался человек. Думает, если скажу бедность красивее, то богатство рассердится и уйдет. А скажу богатство прекрасно, так бедность обидится и меня замучает. Подумал немного, а потом говорит. Пока вы так на месте стоите, я не могу решить. Вы пройдитесь. Стали бедность и богатство прохаживаться туда-сюда. Поглядел на них человек и говорит. Ты, бедность, очень хороша со спины, когда уходишь. А ты, богатство, просто прекрасно в момент прихода.